Дорогие друзья, я приветствую вас. Сегодня хотел бы вам рассказать об вот таком вот гриле. Только что его купили. Гриль барбекю. Сейчас мы ее будем распаковывать и собирать, а потом тестить. Погнали! Короче, мы разложили это все. Без инструкции это никак не собрать. Мы сейчас соберем это все и покажу вам это. Погнали? Все, ну что, мы закончили. Смотрите. Та-дам! Она собрана. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть, как это все выглядит. Вот так вот. Сюда ставится решеточка. Она у нас лежит упакованная, мы еще ничего не подготовили. Установили датчик. Где-то датчик. Вот. Еще, кстати, прикупили вот такой наборчик, очень интересно. Что у нас здесь есть? Для нас, русских людей, открывашка под пиво и крючочек. Колесики хлипенькие, но ничего страшного. Зольница. Выгребать золу. Ящик. Точнее, вот это, скорее всего, зольник. Вот это, да, это зольник. А это, наверное, доставать угли. Подбрасывать угли, да. Скорее всего, это так. Рычаг. Регулирует подъем платформы, на которой находятся угли. Выше, ниже. Классный механизм. Ручки. С двух сторон. С этой стороны поддувало. И с этой стороны поддувало. Термометр. Еще столик. Вот этот вот. Он очень интересно делается. Он складывается. Скорее всего, что-то типа походного варианта. Такого куда-то его там перевести, убрать. Достаточно компактно получается. Ну что, теперь мы будем все это разжигать. А, да, на этом столике крючочки. На этом столике крючочки удобные. Приборы. Да, вешаем. Ну что, теперь сейчас мы будем это все разжигать и пробовать, как у нас все получится. Погнали. Так, ну что, мы уже закинули туда углей и положили мясо. Температурка у нас где-то 110 градусов. Давайте посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас свиные стейки и купаты. Вот так это все. Классненько. Классная вещичка. Крышечка, кстати, не шатается. Нет такого жесткого люфта. Вот я ее сейчас шевелю. Вот. Нету ничего. Металл качественный. Так что я вам очень сильно рекомендую. Не жалейте денег. Лучше купите такую вот, чем немного дешевле.